Здравствуйте, дорогие зрители, на связи Мабу. Мабу – это платформа по разработке мобильных приложений. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о том, как исправлять самые частые баги при разработке вашего мобильного приложения, что делать, если вдруг ваше мобильное приложение при сборке, то есть при компиляции на вашем Android-устройстве, начинает вылетать или перестает работать, или пишется какая-то ошибка. Видео будет очень полезным, в особенности для новичков. Итак, мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Самое первое, что вы должны знать, что когда вы только создали свой проект, обязательно соберите его на своем мобильном устройстве, для того, чтобы вы ясно понимали, что на данном этапе мобильное приложение хорошо у вас запускается, из коробки у вас все правильно собрано. После этого мы, как правило, при разработке мобильного приложения, мы уже знаем, какие, в принципе, библиотеки мы будем использовать. И в файле build.grabdel applications мы подключаем все эти библиотеки и синхронизируем наш проект. И вот также после того, как вы синхронизируете проект, также запустите ваше приложение на своем устройстве, чтобы посмотреть, выходят ли ошибки или нет. На данном этапе должно тоже все четко собираться. Если входит ошибка, то обычно вот внизу вы можете открыть терминал, и, ну, обычно при ошибке он у вас сам открывается, терминал, и вам показывается, что нужно сделать. Обычно там выдаются ссылки, кликнув по которым эти ошибки исчезают путем загрузки какого-то необходимого кода для запуска вашего проекта. Код, который предусмотрели разработчики Android Studio. То есть что-то у вас неправильно подгрузилось, и Android Studio выдает ошибку. Так вот, для того, чтобы мобильное приложение запустилось правильно, нужно загрузить какой-то код. И обычно внизу в терминале у вас выходят ссылки, кликнув по которой вы можете загрузить необходимый код и запустить мобильное приложение. Кроме того, очень важно, когда вы создаете мобильное приложение, Android Studio скачивает необходимые участки кода, необходимые участки модуля из сети. Поэтому очень важно, чтобы на вашем компьютере всегда был включен интернет. Это очень важно, иначе произойдут ошибки. Также, допустим, если вы работаете с библиотекой Retrofit и получаете данные с сервера по интернету, обязательно удостоверьтесь, что в вашем файле манифест включена функция работы с интернетом. Если вы работаете по библиотеке Material Design и используете Actions Bar, верхний, допустим, топ или в нижний, и используете функцию Actions Bar, то обязательно в файлике, в папке res, в папке value, в папке times, у файлах, в обоих файлах times, как для черной, для темной, так и для светлой темы, установите стиль No Actions Bar, потому что если вы это не сделаете и поставите свой Actions Bar, то произойдет конфликт шаблонного Actions Bar и вашего Actions Bar, и приложение будет вылетать. Это очень важно, поэтому не забывайте об этом, всегда следите за этим. Далее, очень важно теперь поговорить по поводу XML кода. Если вы используете DataBinding, то вы используете в XML шаблоне слой Layout. Внутри этого слоя Layout должно быть указано только декларативное подключение, то есть вы должны давать разрешение на обращение к атрибутам XML виджетов через ключевые слова Android и App, через библиотеки Android и App. И также вы используете атрибут
tools context. Что это за атрибут? Этот атрибут показывает, к какому Kotlin классу относится ваш этот XML шаблон. Кроме вот этих подключений, декларативных подключений и атрибута toolsContext, в слое layout ничего не должно быть. Не должно быть ни ширины, ни высоты, ни других каких-то атрибутов. Иначе ваше приложение будет вылетать. И еще один очень важный момент. Атрибут toolsContext должен быть лишь в слое layout и больше нигде не должен встречаться. Если будет иначе, все будет вылетать. И последнее, из того, что я хотел рассказать, что делать, если вы уже сделали какую-то работу, у вас вставлен код, и нужно собрать приложение, а у вас выходит ошибка или просто приложение вылетает. В этом случае нужно работать с удалением. Что это значит? Если у вас много всяких файлов, то, допустим, начните с MainActivity. Удалите все классы, кроме MainActivity. Посмотрите, запускается или нет. Если запускается, то вам далее нужно вернуть ваши изменения, то есть откатить удаление. Это все делается с помощью следующей команды. Вы становитесь на папочку App, правая кнопка мыши, тут есть команда Local History, Show History вы выбираете, и тут по датам отменяете до состояния, которое было перед удалением. И далее вы удаляете каждый так файл, пока не найдете тот файл, в котором выходит ошибка. И что делать, когда вы найдете тот файл, в котором выходит ошибка? Вы просто берете, либо комментируете весь необходимый код внутри датабайндинга, либо удаляете просто этот код, но лучше закомментировать и посмотрите, запускается ли мобильное приложение. Если запускается, но оно будет запускаться, так как вы все очистите, то поочередно раскомментируйте строки, и так вы дойдете до той строки, которая все-таки блокирует ваше мобильное приложение, в нем вы найдете ошибку, и вам нужно просто исправить эту ошибку. Вот такой комбинацией через удаление и возвращение через Local History вы можете найти тот участок кода, в котором у вас выходит ошибка. Это, в принципе, основные способы, которые часто встречаются по отслеживанию багов в Android-приложении, по отслеживанию различных ошибок в Android-приложениях. Обязательно сохраните себе это видео, добавьте куда-нибудь в плейлист на YouTube, и в случае, если у вас возникнут какие-то ошибки, то тогда вы можете пересматривать это видео, выбирать для себя тот способ, который подходит именно вам, для того, чтобы вы могли в кратчайшие сроки исправить все необходимые ошибки. Ну а что делать, если ни один из этих способов вам не помог, и вообще, как искать решение таких не часто распространенных ошибок, а именно тех ошибок, которые не удается сразу быстренько решить? Все очень просто, ищите их в Google. Все, с чем вы будете сталкиваться, на 95% уже решено, и кто-то уже сталкивался с этим до этого. Просто копируете текст ошибки, заходите в Google. Обычно выходят ссылочки на сайт Stack Overflow. Прям заходите и читайте, как кто это решил. Все довольно-таки просто и незамысловато, поэтому это все легко, конечно же, решаемо. Ну, с вами был проект Mabu. В этот четверг я вам расскажу об очень интересной теме. Это созданием Android-приложений для магазинов. А на сегодня...